На горняк. В Заре нужно обязательно брать очки с Шахтером. Экс-игрок Шахтера, Днепра и сборной Украины Сергей Нагорняк, о предстоящем матче горняков с Луганской Зарей. Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от предстоящего матча 30 год УРОУПЛ между Донецким Шахтером и Луганской Зарей. Заре, чтобы рассчитывать на третье место, нужно обязательно брать очки из Динамо и с Шахтером, и надеяться на то, что еще Ворскла потеряет очки. Было бы здорово, чтобы они с Полтавой все решили в последнем туре. Все-таки, я думаю, что фаворит предстоящего матча – Шахтер. Мастерство футболистов горняков может сыграть решающую роль. За исключением последней встречи, повторюсь, матчи с Зарей всегда проходили для Шахтера сложно, рассказал Сергей Нагорняк в комментарии Терек Инкам. Шахтер и Заря встретятся в центральном матче 30 год УРОУПЛ, который состоится 5 мая на стадионе ОСК «Металлист» в городе Харьков. Стартовый свисток в 19:30. Ранее экс-голкипер донецкой команды Юрий Вирб заявил, что Шахтер разбазарил свое преимущество в чемпионате. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.